Сегодня в Ханты-Мансийске впервые пройдет форум учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера. Педагоги обсудят механизмы и практики по обучению родному языку, как приобщить обучающихся к национальной культуре, коснуться написания и орфографии хантыйского языка. Отмечу, в Югре языки народов Ханты и Манси, а также ненцев изучают почти 2000 школьников. В прошлом году в Югре обновили учебники по мансийскому для начальных классов. В этом году поступят новые пособия для среднего звена. Разрабатывают учебники и по хантыйскому языку. Напомню, Ассамблея ООН объявила 2019-й Международным годом языков коренных народов.